И снова здравствуйте. Внутри Киев, я продолжаю прохождение игры под названием День Победы 4-й части за Советский Союз. Как вы помните, в серии я проводил перегруппировку армии, переорганизацию, перевооружение. Ну а сейчас я, в принципе, буду продолжать делать то же самое. Эх, не опять нет ресурсов. Из Венесуэлы не все берется. Тогда что могу сказать? Из Ирака надо тогда отправлять. А Ирак, у него какая политика вообще? Ой, у него фашист имеется. А, ладно, не важно. Чего? О, отлично. А я молодец. А, не, реально, ох, революция не прошла. И зачем она проходилась? Ладно. Не буду поддерживать, собственно, да. Что я с этими шведами что-то не делал? А, ну да, нейтрализовать союзников. Ну что вы не хотите ко мне? Это мы как французы. Я ж только обрадовался, что французы там и коммунисты власть взяли. Так нет. Сразу же. Не хотят они ко мне эти. Мол, они великая нация и прочее. Би-би-би-би-би-би-би. Так, ну или там улучшение. Ой, так лучше, улучшение. Отношения улучшать. Болит власть. Корея, это понятно, понятно, понятно. Китайская республика. А это у тех китайцев. А, все, я понял. А зачем у них так унисты? Зачем я это сделал? Эй, ладно. Так, ладно, все равно минус. Ну, собственно, что вы хотели? Ну что сейчас, значит, будет? Просто буду подготавливаться к войне. В принципе, что мне сейчас? А эти уже готовы португальцы прийти. У гибралтаров встаньте. У них там получше оборона, думаю, будет. Не, вообще главная цель моей войны с британцами. Это первое дело нужно, чтобы был оккупирован Гибралтар. Будет он оккупирован, тогда они смогут послать свой флот в Средиземное море. Таким образом, все вот эти территории, они будут обезопасены. Да. Так. А, это ж... Да, это мои. Отлично. А вот что поставить? Не никого. Так, полук четверки нету. Да, первым делом нужно взять именно гибралтар. Возьму гибралтар, и тогда, собственно, проблем не будет. Так. Но британцы здесь вот остаются. Ну, опять же таки, да, с британцами самая простая тактика сражения с ними. Просто в самом начале просто устроить эти десантные высадки. Так, у меня здесь он. Да, у меня отлично. У меня, что могу сказать, у меня отлично танковая дивизия, так что все хорошо. Это, конечно, у меня перевооружение идет. В предыдущей серии я его проводил, так в этой у меня еще более большое перевооружение. Проводится, ну, собственно, сейчас могу показать. Эх, сейчас вы можете быть немножко шокированы. Таким большим количеством, да. Это, ну,
Собственно, это надо делать. Не будет переложения на третий тип. Остальные государства меня просто могут в этом плане перегнать по качеству своих войск. Потому что вот эти британцы, американцы, они не берут не количеством, они берут качеством. То есть количество войск у них не самое большое. Самое большое у них именно качество. Ай, блин, американцы же воевали с немцами. Они, да. Они могли начать. Вот так выглядит. Да, никакой депрессии нет. Жал. Ну ладно, я справлюсь. Это невеликая проблема. Самое сложное это было с Германией, с Японией справиться, хотя они были не очень мощными. То есть у меня потери в войне в Польше были покуда больше, чем здесь. Ну, поляки казались более реальными, они защищали свой народ. До последнего конца. Ладно, этим тем. Все помогут. Так, что здесь сейчас случается? А, ну да, это на британцев, французских. Британцы, может, тут будет революция коммунистов, потому что мне сейчас на эти революции везет во Франции, Швеции. А почему это называется Фолькхмет? А, я ж так, все это я вам скажу. Ну, ладно, Фолькхмет это название лучше, чем народная Швеция. Так что нормально. Бриташки. У них большое национальное единство. Эх. Ну да, просто надо взять эти британские острова, вот эти города здесь сюда взять, они сдадутся. Так. Кстати говоря, знаете, вот если бы шведы пришли ко мне в альянс, можно... А кто тут сомневался? Стол. Она является морями Таиланда. Они что, дураки? Ладно, мы не состояли в союзниках, они могли что-то сделать. Это не мы, они что, боятся... Как это называется? Того, что у них революцию хочу повести. Готовьтесь. На Японию атаку устрою. Короче, надо на Китай. Ну, с Китаем я опять же таки именно на уровне моря нет, ты дома оставлял. А мне вот интересно, я просто когда играл уже за Италию, я когда воевал с союзниками, Америки у них не было. С французами я смог с ними подружиться, и у них тогда революция провернуть в пользу фашистов. И я вот помню, я сначала в Британии воевал, вот ее захватил. И потом у меня на уровне этого еще главного ведущего в альянсе еще была Британская Индия. Вот это была главная проблема. Ну, у меня, конечно, вот примерно такое количество территорий было в Китае, но все равно вот отсюда у меня шли по сухопутной границе. Они вообще ничего не делали, приходилось сам делать. Это много времени заняло, короче говоря. При этом Индия это самая мощная войска. По ним самое мощное государство. Вот, собственно, я просто... Нет, я не мешаю границу. Я просто... Это к чему? Я просто... Мне сейчас интересно. Союзников британцы находятся и американцы. Это будет значить, что впоследствии и индусы после поражения тех двух в войну вступят как ведущие? Или нет? Это, если честно, не знаю. Было бы неплохо, если не вступили. Они слабые, но не так муторно с ними воевать. Я ж... Когда я играл за Италию, я ж просто взял мотопехоту и захватил все города здесь я захватил. Все города, просто города, все города с морскими базами и с авиапарками. А все равно мне приходилось еще территории съедать, чтобы очки получить, это очень долго было. Так, муторно. Я на Тайване. Так, Филиппина. А, ну Филиппины это не у США, да.
Фольк. Фолькхемет. А ты не хочешь это потому что... О, у вас больше нету этой политики. Да. Великая нация. Да вы серьезно? Стоп, реально Швеция или Великая нация? У них же нету собственного вот этого... Фокусов. Ну ладно. Не, мне пригодилось бы очень сильно шведы, потому что я бы мог бы войска, у них войска, и они мне бы отправили войска миграционными корпусами. Я бы смогу войска здесь, то есть чтобы сразу в Копенгаген войти в самом начале. Датчане же не союзники, и в самом начале войны взять Копенгаген, этих к миру, чтобы не отсюда идти, а сразу здесь. И с норвегами также, просто в самом начале войны взять Осло, и нет проблем. Так. Неограниченная подводная война. Что мне там еще изучается? Ну, кроме самолетиков. Так, промышленность, отлично. Промышленность, это важно. 42-й, ну, скоро 43-й будет. Буду вот это изучать. Вот, конечно, вот это на сохранение эффективности производства. В принципе, помните, у меня довольно-таки много заводов порушили. Но с другой стороны, большинство этих заводов, которые порушили, они были у меня на территории, которую я захватывал и их сам рушил. Так что нет, не надо мне это. На эффективность все буду вкачивать. Так. Ну что там эти японцы готовят? Скоро приготовите? А, у меня же революция. Она мне попрели, должна быть квейт. Как у нас говорили. В октябре. Фабрики. В каком смысле? Я это даже не изучал, блеск. Так. Где мне похэнсу? Нет, давай вот так, вот так, вот так. Нет, неправильно я сделал. Так. А где тут была карта? Вот, нашел. Ну, снабжением. Инфраструктура. Вот здесь у меня все хорошо, а здесь что им не нравится? А, да, не велика проблема у китайцы. Ладно, тогда не буду делать. Тогда да, собственно. Хотя мы сейчас заводы парочку поднастроить. 71. А давайте до 300 доведу. Это получается 29 заводов. Кемер. 29 минус 5, 24, 18, 15, 14, 13, 10, 7, 4, 3, 2, 1. Прям ровно получилось. Мы верфем, давай что-нибудь надо делать. Где могу, надо строить верфи. Потому что, ну, флот у меня сейчас очень мощный, собственно. Надо учитывать. Флот у меня даже сейчас очень мощный. А, Курилы это японские. Еще одна причина и захватить. Воевать с Японией. Ладно, где могу строить верфи. Лишними не будут они, это надо учитывать. Хотя у меня сейчас с заводами проблема, так что... Думаю, сейчас все же где-то верфи строить из фабрики надо, но первым делом все же таки именно завода. Поставлю в приоритет. Но опять же, такие самые верфи и прочее, это надо. Ну, по крайней мере, лишним не будет это точно. Ладно, вот теперь это реально много. Случае. На сколько заводов вообще? Ладно, даже не хочу знать. Просто вот будут застраивать все, что только можно. А, ну да. Shift. Вот как. Вот так проще. Что-то я забыл. Полезная. Кнопочка. Зажимай Shift и сразу все заводы строятся. Да, думаю, в центральных регионах буду эти заниматься застройкой. Потому что никак не продвинуться уже не угрожает. Если по-моему, покончим образом. Развивать промышленность не только в Сибири, а и в центре.
Так. А первым делом пусть идут фабрики. Первым делом. Потом идут заводы. А верх и в самом конце вот так. А, и сейчас починка еще. Так, найду починку. Надо на первое место. Починка у нас самое главное. Вот так. Вот, теперь будете моим заводом заняться в ближайшее время. Все больше и больше подводных лодок. В принципе, очень хорошо. Ну, собственно, все. Просто жду. Революция вот здесь у меня будет. Октябрь, начало октября. А вот только декабря. Жалко, ну ладно. Ну что ж, сейчас скорее, значит, своих поставлю. В принципе, это уже неплохо. Да, смотрите, а вот эти колонисты, они вроде бы Нанкину на у них не было. Какой-то какого Нанкина. Шиндуна, у них вроде бы это не было. Ну, неплохо. Сейчас с этим. Коммунисты расширяются в Китае. Так что вот я даже с Китаем ничего с этим делать не буду, эти сами стерут, будут хапать здесь. Было бы неплохо. Так, это чье? Китай. Хитр Китай. Стоп, а это что тогда? Вот зачем Курильские острова? Латвии. Латвияки зачем? Что за бред? Хотя с другой стороны. А чем нет? Да, надо было это просто эфиопам отдать. Надо было это отдать эфиопам. Нет, не надо. И британцы здесь пока что-то находят. Ну, ладно, это мне территория очень не нужна. А у меня 72, да, не так уж и много. Интернациональный фокус выполнен, отлично, ура, ура. Ладно, и вдруг за рака воевать. Да я не хочу и за раком. Я, конечно, понимаю, но это не могу степени даже. Не, Ирак я себе брать не буду, это по-любому. Мне он просто не нужен. А знаете, я донать сделаю. Я у меня все регионы. Вот регионы. Тогда получается массу. Хотя и ладно, обойдутся турки, все это получит Иран. Все вот это Иран получит. Чтобы потом иранцы могли самостоятельно развивать наступление в Кувейт и в Палестину. Ну, в том числе, кстати, свои в Египет. Ливийская соцреспублика, просто я не думаю, что справится. Это надо понимать. И вот было бы неплохо, продержали бы французы за меня. Было бы, правда, очень хорошо. И французы большими колониями обладают. А могли бы очень даже хорошо. Так, здесь. Демократическая Колумбия. Нет. О нет, демократы повсюду. Демократия это зло, зачем? Все, я теперь расстроюсь и буду плакать. Хнык, 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 хнык. Ну ладно. Так, ты готов уже все это сделать? Да. Отлично.
Главное быстро взять Гибралтар в начале войны и все. И они не будут меня раздражать тем, чтобы сюда свои войска ссылать. А подводные лодки могут пройти, они не будут. У них эти подводных лодок там единица. Если вообще они есть, конечно, я говорить не буду, не помню. Сначала говорю, у них есть подводные лодки, вроде бы даже нету. И строить у них навряд ли будут. Так что все очень даже хорошо. Сейчас промышленность будет развиваться. Купили территории. Я купил территории Германии, Австрии, Польши, Литвы, Италии, Чехословакии, то есть Чехословакии, Югославии, Республики Хорватии, Финляндии, Венгрии, Греции, Китая. Это тоже для Японии и Таиланда. Плохо. А надо мне вернуть грекам территорию? Мне это не надо. Брать не буду. Мне территории просто не нужны. Вот им вернуть. Хотя от этого мне смысла тоже не будет. Это не Виктория. Виктории там хорошо, там можно было эти независимости давать государству, но и бесчестие там убавлялось. Полезно было. А здесь так. Ну, здесь и бесчестия нет, собственно. Вот реально нормально, мне же не надо. Мне это не надо, но в чем проблема, я это, пожалуй, себе оставлю. Смотри, не национальный регион, у меня больше народу, чем относится страна, как промышленность, отлично. Сейчас у ЗОС, да, пора бы вот это изучить. Так, а насчет этого, ну, начинится все постепенно, чинится, да, делается, отлично. Нет, первым делом заводы. Ай, как обычно, я неправильно все сделаю. Я могу принести. Отлично, швед. Так что вам заставило принять мое предложение? А, вы перестали быть великой державой. Да запросто принимаю, конечно же. Отлично. Шведам основном не дадите миграционные войска. Самому надо все это делать. В Ленинграде у меня есть потом там, второго типа. А я вроде бы на третий перешел. Ладно. Так. А где вообще все мои войска? Ладно, ты где? Китай, так ведь? Да. Забудь про этот Китай, он никому не нужен уже. Так, дележку. Так, делаем так. Немного ли? Мало, мало. Ладно, нет, власть я по-другому сделаю. Тебя вот так сделаем. Ну, чуть-чуть откатирую. Я вот здесь я не вижу смысла. Городов нормальных нету. А, Власовская армия. Я делю тебя опять на пополам. Здесь командующий. Борис Шапошников. Иди сюда, а сам ласк. Чисто на всякий случай вот сюда.
разбивку так делается отлично. Кстати говоря, уже второго типа осталось. Давайте помогу. Кому получается? Испанцам, наверное. У испанца, наверное, к ним будут они десанты делать. Давайте я вам буду лиса отправлю. Ай, ну да. Потом, значит, отправлю. Сколько у меня? Вон. Нехорошо не Китай. А, это они. Мне кажется, они опять что-то. Да, они опять что-то захапали. Да, они вроде бы, да. Ладно, Китай что-то. С почему? Нет альянса! Увеличить поддержку коммунизма. У них нет альянса. Да, альянс расформирован. Ура! Отлично просто. Сейчас китайцев этих сюда присобачу. Это вообще будет блеск. Ты куда-нибудь идешь? Идешь ты. Да. Пускай у меня повсюду бегут. Ладно, думаю, тогда до октября еще поиграю. Надо же посмотреть, как эта революция пройдет. Корейцы. Мне пригодились ваши территории. Не пригодилось, но просто. Очередной повод для демократии. Я не хочу здесь оставлять. Плюс у вас альянса нету. Либеральная партия. Династия Лиай, монархист. Ну не монархистов больше, не скорее. Будут коммуняки. Так, Монголия. Так, ну в принципе все это. В будущей войне. Да я, в принципе, сейчас могу увидеть войну. Верно. Ну ладно, чуть-чуть дожду. Думаю, в 43-м году в начале объявлю. Будет такая хорошая зимняя кампания. Так. Парагвайцам отпустите все-таки вступить ко мне, альянс. Демократы так усиливаются. Это должно вас пугать. Партия Колорадо. Квай, ну, либералов. У этих стали неплохо. Как раз таки выгодные территории. Кто у меня вообще в альянсе стоит? Монголия, Танутова, Румыния, Афганистан, Турция, Иран, Болгария, Эстония, Латвия, Польша, Синьцзян, Испания, Ливия, Албания, Эфиопия, Греция, Италия, Сербия, Китай и Шведы. Неплохо. А что у меня лентик? Давайте посмотрим по лентам. Ну что, ну комитет жирный. Зайфники тоже не самый маленький, но комитет жирный. Видите, какой жирный такой комитет. Огромная же территория. Французик в отбежим в комитерне, тогда вообще будет отлично. Кстати говоря, удивлен, что Нидерланды не в союзниках. Они демократы, и почему же они не... Этих называется. Не союзники, странно. Ну, наверное, они по ходу войны к ним присоединятся. Скорее всего. Ближайшее время. Ну да, пехотное сражение. Ну и истребители. Типа ЛАГ-3.
Як третий было бы неплохо сделать. Но это долго. Что надо сделать? Что-то у меня даже не существует в армии. Авиация было бы неплохо сделать. Ну и, собственно, кто у меня вообще по авиации больше стоит? Истребитель? Палубный бомбардировщик. Бомбардировщик и бомбардировщик. И два транспорта. У меня нету ни тяжелых истребителей, ни штурмовиков. Блеск. Чего истребители могли пригодиться? Ну ладно. Так, ну что? Когда будете на власти, дорогие мои корейцы? Ядерная бомба. Ну, у меня этого нету. И это не надо. Ну, ядерную бомбу я же говорил. От них толку небольшого. Они просто все постройки рушат. Они даже армию не убивают, которая в этой границе стоит. Жалко, конечно. Немного нелогично, но ладно. А, у вас еще выборы, да, да, у тебя как. Ну. Должна быть революция. Жалко. Япония то, что не имеет, ладно. И опять идут плюс. Как там китайчик? Оно еще там нельзя. Оно идет. Тусов тоже уже идет. Веселяются, веселяются, как бы есть. Но я не как-то. Ну, вот такая вот серия. Думаю, следующая серия. По возможности, я не знаю, точно или нет, но я... Как это называется? Войну им объявлю. Смотрите-ка, мы их будем воевать. Вот, следующий мод, следующий серий. Ладно, так иначе, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Так что, всем удачи, всем пока. И ждите следующих серий.